turn, Barbie. Yes! This is exactly the opportunity I've been waiting for! Come on, baby, let's make Daddy proud! Oh. That's right, little one. It is playtime. You know, I've been looking for a chance to unwind. Всем привет, с вами говорит Стелл, и, ребят, как вы видите, драться мы будем не с Лилит, а с ее малышом, так сказать. Но малыш этот немножечко больших размеров, если честно. Так, вообще нам бить нужно вот по этому глазу. Все сейчас у меня немножечко лагает. Ну, короче, я думаю, вы поняли тактику битвы с этим боссом. Нужно притягиваться к его вот этому боковому глазу, так сказать. А потом, когда мы сносим часть здоровья, у нас, вернее, у него открывается его глаз на лбу, и при ударе об который мы наносим ему довольно-таки много повреждений. Так, он закрыл свой глазик, а это значит, что возвращаемся к боковому и бьем его боковой глаз. В общем, я думаю, вы поняли тактику с этим боссом. Главное все теперь выполните, чтобы он не убил нас, а босс. Ну, не сказать, что сильно сложный, но так, в принципе, если играете впервые, может нанести вам порядочное количество урона. Так, вот мы уже почти снесли ему все здоровье, но вы видите, что шкала здоровья у него двойная, а это все не просто так, ребят. Скоро вы увидите, о чем я говорю. Так, он снова закрыл свой глазик, это значит, движемся снова к его боковому, и все равно здоровье мы ему сейчас снесем. Отлично. Теперь у нас появляется Лилит, которую мы вытаскиваем оттуда и бьем. Теперь нам нужно бить Лилит, и вот вторая шкала, это как раз ее здоровье. Но у нее здоровье снимается гораздо медленнее. Снова малыш затянул свою мамочку обратно. И что ж, снова принимаемся с ним сражаться. Тактика такая же. Нужно снести полностью ему все здоровье, пока эта скотина не опомнилась. Но во втором раунде уже, если не ошибаюсь, здоровье будет сниматься несколько быстрее, вроде как. Хотя я, честно сказать, не берусь утверждать это. Так, движемся к его глазу. Да, здоровье все-таки, если не ошибаюсь, снимается быстрее. Хотя вполне могу ошибаться, ребят. Так, движемся к его боковому глазу. У него появились новые приемчики. Довольно-таки нехилые приемчики у него. Поэтому, я думаю, скоро нам предстоит использовать адский курок. Правда, я хочу, чтобы он у нас полностью наполнился. Нужно немножечко подождать, и тогда мы сможем его использовать.
Так, а сейчас мы опять ему расфигачим глаз. Вот видите, все-таки, если не ошибаюсь, здоровье у него во втором раунде снимается гораздо быстрее. Отлично. А, сейчас снова у нас выпадет Лилит, так сказать. И снова ее нужно будет... А вот здесь мы, пожалуй, включим адский курок. Но почему-то он пропал. Может, здесь его нельзя включать? Так, малыш снова втягивает свою мамашу. А мы снова принимаемся его уничтожать. А, кстати, осталось у Лилит уже половина здоровья. Это значит, что еще, скорее всего, два раза придется ее вытащить из пуза ее малыша. И тогда мы с ней уже точно покончим. Давайте попробуем включить адский курок. Вот, отлично, сейчас он работает. Это поможет нам снять... этого упыря гораздо больше здоровья, сами видите, и заодно мы восполнили свое хп, что просто замечательно. Так, он снова закрыл свой глазик, а это значит, мы движемся к боковому. Главное не попасть под его вот эти вот волны, когда он идет, потому что в таком случае он наносит неплохое количество урона. Так, все, мы снова почти снесли его здоровье. Отлично. Так, Лилит, ты где? Давай. Давай, дорогая. Вылазь. Отлично, снова у нас Лилит здесь. И снова ее нужно завалить. Пока у нас есть время, еще что-то игра в немножко залагала. Так, а вот теперь у него глазик загорелся демонским взглядом, так сказать, или как это можно назвать, я даже не знаю. Но это означает, что он закрыт. Мы его открываем и работаем по старой тактике, только сейчас я хочу восполнить немножечко наше здоровье. Давайте заодно используем звезду курка. И давайте большую звезду жизни, так как здоровья у нас мало было. Отлично, у нас полное здоровье. И мы, я думаю, сейчас уже совсем скоро завалим Лилит вместе с ее упыренышем. А для этого мы не будем прилагать каких-то особых усилий. Просто включим адский курок и нанесем ему столько урона, сколько успеем. Сейчас уже в третьем, если не ошибаюсь, раунде у малыша снова появились новые способности, не очень приятные и довольно болезненные, поэтому их мы будем избегать. Так, но все же скоро мы его уже завалим, осталось совсем немножечко, сейчас мы притягиваемся к его глазу и завалим этого упыря уже совсем скоро. А вот ненавижу вот эти вот его волны, так сказать. Как это вообще можно назвать, я не знаю. Так, отлично. И осталось последний раз вытащить оттуда Лилит. И с ней будет уже покончено. Осталось совсем чуть-чуть. Все. Get up. I'm not gonna kill you or Mundus's spawn. I'll let you both live if you do exactly as I say. I will. I swear. I'm nothing without this brat. Now pull yourself together. Really? Thanks for getting in touch, Mundus. Sorry it took me so long to get back. Regarding your trade offer, I'd like to suggest a counter proposal. The life of the girl for the life of your child. Ah!
Ну что ж, очередная миссия завершена. И следующая миссия, если не ошибаюсь, будет обмен. Она будет довольно короткой. В общем, сами все увидите, как повернутся события. Но все будет довольно интересно. Это я вам гарантирую. Поэтому, ребят, встретимся уже в следующей миссии. А пока что я говорю вам до свидания. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Всем пока-пока.